Что-то случилось? Нет, нет. Я просто хочу поблагодарить тебя. Ты спас мою дочь от грабителей. А это когда было? Только что. Ты, наверное, такое уже и не запоминаешь. У театра на углу 126 и Пауэлл. Она только что звонила. Ну да, простите. Всегда пожалуйста. Я рад, что смог ей помочь. Так, меня там и близко не было. Надо посмотреть, что там творится. Нехорошо. Вот театр и место преступления. Надо выяснить, что тут было. Они живы. Значит, этот кто-то не переступает черту. Уже хорошо. Прости, я все пропустил. Спасибо, что присмотрел за ней, паучок. Ты уже вернулся? Я думала, ты помчался на пожар. Ну да, как раз направляюсь. А где он был, напомни? Ты поскакал в ту сторону, на юг. Спасибо, не сориентировался. Кто-то выдает себя за меня. Опять что ли хамелеон? Мне нужно его догнать. И правда, вроде бы оттуда тянет горелым. Тут явно был пожар. Но его быстро потушили. Эй, паучок, зачем тебе огнетушитель? Огнетушитель? Он шел по пожарной лестнице. Значит, паутину пускать не умеет. Похоже, это не поджог. Просто короткое замыкание. Мой двойник применил огнетушитель. Может, он еще здесь? Он использовал огнетушитель. Какое вещество используется в нем? АДФ. Обычное вещество. Легко отследить. Пламя-гасящее вещество. Подстрою линзы, и его химическая сигнатура выведет меня прямиком на Человека-паука 2.0. Он идет пешком. Ни паутины, ни суперсил. Ему жить, что ли, надоело? Ловко придумал с огнетушителем, паучок. Огнетушитель? А где он его оставил? Думаю, все спасены. Ты молодец, Человек-паук. Как ты знаешь? Мама не хочет выезжать. Чувак, паучок! Обернись, предложи. Простите, простите. Паучок, а тебе это нравится? Судя по всему, его кто-то побил. Может быть, он что-то знает. Не, хватит, все.
Я же сказал тебе, сделка пройдет на крыше, честно. Ага, и веди себя прилично. Надеюсь, я не опоздал. Мой двойник способ... Шрам точно останется. Без сознания, но дышит. Этому придется посидеть на таблетках, но... Где ты научился так драться? И наркотики не взял. Видимо, он парень хороший. Полиция тут разберется. Поддельный паучок, видно, спустился по другой лестнице. Вот он. Люди его любят. То есть меня. То есть... вот же бред. Не за что, граждане. Извините, кому-то нужна помощь. Я так не говорю. Да никто так не говорит. Отпусти его. А сейчас. За твою башку, мистер Фиск, нам еще больше бабла отвалит. Эй, ребят, слушайте, я не настоящий паук. Да, теперь уж точно. Немного уравняем шансы. Я всегда знал, что их несколько. Убейте обоих! Я разберусь, уходи! Это же шанс помочь настоящему человеку-пауку! Нет! Ты хорошо дерешься! У меня черный пояс. Преподаю в доте Джикара. Я просто хотел помогать людям, как ты. Вместе с костюмом ты наследуешь и моих врагов. А их у меня много. Берегись, вон еще. Мои те, что с пушками, остальные твои. Если хочешь помогать людям, тут рядом есть приют Пир. И наверняка люди не откажутся от уроков самообороны. Хорошая мысль. Честно говоря, у костюма и правда есть свои минусы. Добью! Да, да, хорошо. Это заваруха! Как ты это делаешь? Сквозь боли, синяки? Слушай, ты парень хороший, но продолжишь в том же духе, тебя убьют. Да, я теперь понял. Не волнуйся, я его больше не надену. Я с этим завязал. Правильно. И потом, чтобы творить добро, костюм не нужен. О, а здорово звучит. Я запомню.